Магия слова. Пьер Жан Беранже. Старинные обычаи. В надутом чванстве жизни чинной находят многие смешным обычай чокаться старинный, что свято нам, забавно им. Нам это чванство не пристало. Друзья, мы попросту живем. Нас тешит чоканье бокала. Мы дружно пьем. И все кругом, чтоб выпить, чокнемся сначала. И пьем, чтоб чокаться потом. В пирах отцы и деды наши золотым не кланялись тельцам. И дребезжание хрупкой чаши уподобляли их судьбам. Веселость жажду возбуждала у них за праздничным столом. Рукой их дружба подымала бокал с вином. И все кругом, чтоб выпить, чокались сначала. И просто чокались потом. Любовь, как гостья неземная, гнала задумчивость с лица. И вместе с вакхом, охмеляя, сдвигала чаши и сердца. Да, и красавица бывала, привстав сияющим лицом, над головою подымала бокал с вином, чтобы кругом со всеми чокнуться сначала и пить, чтоб чокаться потом. Где пьют насильно ради тоста, там пьют едва ли веселей. Мы пьем, чтоб чокаться, и просто пьем за здоровье друзей. Но горе тем, в ком мрачность взгляда изгнала дружбу без следа. Она несчастного отрада, его звезда среди труда, чтоб выпить, чокнется и рада. Пить, чтобы чокаться всегда. Магия слова.